Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A22 5G. И сейчас мы посмотрим характеристики этого телефона. Вообще оценим его, посмотрим, как он работает. И покажем вам, как посмотреть характеристики этого телефона. И самое главное, как сравнить этот телефон с другими устройствами. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в браузер, потому что приложение, которое мы сейчас скачиваем, в Play Market или в Galaxy Store нет. И скачиваем приложение, которое называется Antutu Benchmark. Вписываем что-то вроде Antutu Benchmark скачать. После чего советую вам перейти на третий сайт. Отсюда скачивать удобнее всего. Или можете выбрать любой другой. После чего нажимаем на кнопку скачать. Нажимаем ОК. И ожидаем, пока у нас начинается скачивание. После чего открываем файл, который мы только что скачали. Нажимаем «Установить данное приложение». Нам выскочит предупреждение, что это приложение было заблокировано. Нажимаем «Все равно установить». После чего открываем приложение. Здесь мы можем узнать огромное количество разных информаций о нашем телефоне. И очень интересная штука, давайте сначала об этом поговорим, а потом уже просмотрим все характеристики нашего телефона. Мы можем нажать «Установить и тестировать», после чего мы загрузим плагин на наш телефон и протестируем наш телефон. После чего нам напишет надпись что-то в стиле «Ваше устройство набрало, к примеру, 500 тысяч баллов». Дальше вы заходите в рейтинг. И здесь видите рейтинг всех телефонов, то есть здесь будет топ 100 телефонов. Видите, что ваш телефон набрал 500 тысяч баллов, значит, ищите, листайте до 500 тысяч. И здесь вы, соответственно, видите 500 тысяч, то есть ваш телефон наравне с LG G8 ThinQ. И вы можете посмотреть, сколько стоит этот телефон и вообще протестировать и как бы сравнить их. А дальше мы переходим в мое устройство, где мы нажимаем «Разрешить». И здесь узнаем огромнейшее количество информации о нашем телефоне. Здесь есть все. Здесь есть модель, плата, процессор, количество ядер, мощность каждого ядра, все о камере, все о памяти. Я не буду вам все комментировать, потому что если я буду проходить сейчас по каждой настройке, то этот видеоролик будет длиться, ну, где-то минут 40, наверное. Но я вам сейчас вот так вот медленно пролистаю, вы сможете поставить на паузу и сами все просмотреть и оценить. Давайте я так буду медленно его листать. Все еще пролистываем. Ниже. Здесь у нас уже идут батарея. Мы все еще листаем. Подключение, сеть, разные датчики на нашем телефоне. И все, на этом конец. А мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!